Друзья, дорогие, английский семьей Савченко приветствует вас в разделе «ТАБ 12 тысяч слов» с примерами. Сегодня мы работаем над словом «мама». Мы повторяем его 3 раза. Мама. 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 Давайте мы сразу перейдем к практическим предложениям. I love my mom. Я люблю мою маму. Where is your mom? Где ваша мама? Mom is making supper. Мама готовит ужин. My mom doesn't argue. Моя мама не спорит. I miss my mom. Я скучаю по моей маме. My mom is very kind. Моя мама очень добрая. Друзья, вы знаете, для тех, кто желает не просто выучить слово, но и закрепить еще, подняться на ступенечку выше, мы предлагаем 2 теста. Вам необходимо сейчас будет или отвернуться от монитора, либо закрыть ваши глаза. Эти тесты будут простые, но достаточно нужные практически. Итак, первый раз английского, перевод на русский. Работаем. I love my mom. Перевод. Я люблю мою маму. Следующий. Where is your mom? Перевод. Где ваша мама? Следующее. Mom is making supper. Перевод. Мама готовит ужин. Следующее. My mom doesn't argue. Перевод. Моя мама не спорит. Следующее. I miss my mom. Перевод. Я скучаю по моей маме. Следующее. My mom is very kind. Перевод. Моя мама очень добрая. И давайте мы пройдем еще раз этот тест, только теперь перевод с русского на английский. Итак, начинаем. Первое предложение. Я люблю мою маму. I love my mom. Следующее. Где ваша мама? Перевод. Where is your mom? Следующее. Мама готовит ужин. Перевод. Mom is making supper. Следующее. Моя мама не спорит. Перевод. My mom doesn't argue. Следующее. Я скучаю по моей маме. Перевод. I miss my mom. И последнее. Моя мама очень добрая. Перевод. My mom is very kind. Замечательно. Итак, друзья, если вам понравился урок, пожалуйста, поддержите его вашими комментариями, делитесь с друзьями. И мы сегодня вместе с вами поработали над словом «мама». Мама. С вами работал над этим уроком Алексей и Вики Савченко. Найти нас можно на наших YouTube-каналах семейных и на наших сайтах. Всего вам доброго. До следующего занятия. До свидания.